Мне жарко. Закрывай, тут кондиционер работает. Ты что, сдурел совсем, чешу? В автобусе закрывай полностью. В автобусе сейчас водитель выкинет тебя и разговаривать с тобой не будет. Тут кондиционеры работают. Разве можно открывать форточки? Жарко ему. Так бы сразу заказали. Ты соображаешь что-нибудь или ты ничего не соображаешь? Тут кондиционеры работают. Какой жарко, тут холодина. А почему раньше не сказали, что тут кондиционер? Потому что же не слышно, что кондиционер работает. О, Господи, но я не... понабирали тут. Я в шоке. Нормальная бабка. Да. Thank you.
Кондиционеры работают. А? О! Гринградский, да? А тебе куда-то? Я знаю площади. Где она находится? Понятия не имею. Заходи, дорогая. Заходи, располагайся. Если ты автонутер, я ж не знаю, где твоя площадь находится. Я через три кнопки выхожу. Долубецкой? Да, їде. Вот хорошо, Да? Да. И там деньги будут капать. Потолка.
Thank you.
агрессивная какая-то кондукторша. Все лишь форточку открыла, она, я тебя сейчас убью. Ну что поделаете? Ох уж эти бабки.